Бамс, привет, мой друг. Как твои дела? С тобой снова Дава. И сегодня у нас такой большой информационный выпуск по продукции Геометрия Хука. Почему по геометрии? Потому что они очень сильно выросли в линеечке. У них много чего есть интересного, и об этом всем можно будет интересно поговорить. Как я и говорил, мы сейчас находимся в кальянном магазине Mahuka Store, который находится по адресу город Алма-Ата, улица Гагарина, 236Б. И давайте потихонечку, наглядненько смотреть, что же компания Geometria нам предлагает на сегодняшний день на рынке. У нас есть Big Bro, есть Little Bro Flash, есть Mini классический и мини-стаб. Про это, про все мы поговорим. Также компания Geometria делает колбы и всякие возможные ремешки, что могут максимально подчеркнуть твою индивидуальность. Также и по шахтам. Можно заказать абсолютно любую шахту с абсолютно любой гравировкой, формой, видом. Как говорится, хозяин-барин. Ну и, конечно же, поговорим о вот такой вот штучке, которая называется Geometria Bag. Сейчас многие производители стали выпускать сумки, какие-то дополнительные чехлы, боксы для переноски своей продукции, но Geometria пошла немного дальше и сделала реально весомую вещичку, которую мы с вами сейчас разберем. Это Mini Dark, и выглядит он вот так вот. Что у него есть примечательного? Это в том, что брюца можно загравировать как ты хочешь. Из основных таких интересных моментов, что продувка у него идет не как у Big Bro, у Little Bro, а с основания. Здесь идет продувка из-под блюдца, тоже можно назвать трендом, прям полнейшим трендом, то есть это дымящиеся блюдца. Вот новый тренд 2020 года, это дымящиеся блюдца, потому что в 2019 году был тренд необычных продувок, необычных дымящихся мест. В принципе, он очень хороший, он такой прям весомый, он прикольный. Также есть у него колбы специальные, маленькие, красивые, интересные, и в целом кальян выглядит просто здоровенский. То есть ты его берешь, тупо разбираешь, снимаешь нижнюю погружную шахту, закидываешь все это в тачку, и вуаля, ты уже на природе все это куришь. Из особенностей очень классное, толстое, хорошее блюдце с правильным углом и с вот такой вот крутой вот гравировочкой. Кстати, также без проблем тебе здесь делают твою любимую гравировку, хоть даже член на палке. Что касается модели Stab, из ее особенностей это стабилизированное дерево и эпоксидная смола, и вариаций тоже миллион. Вот какую захочешь, такую тебе и сделают, конечно же, за дополнительный кэш. Поэтому можно спокойно обойтись тем, что предлагает сам производитель и, конечно же, магазины. Выглядит он точно так же. Все функции в нем точно такие же. Вы только посмотрите на эту красотень. Тренд тоже 2020 года, это стабилизированная вот такая вот вставочка с деревом, с какими-то другими предметами и, конечно же, с эпоксидной смолой, потому что ее сейчас запихивают абсолютно везде, в любые места. Что я могу сказать по курению, по качеству маленьких моделек, что они ничем не уступают большим моделям, но есть в них огромный плюс, это их мобильность, то есть максимальная мобильность и максимальное удобство и комфорт в плане выездных каких-то покуров. Модели Big Bro. Это большой брат, очень здоровенский, очень мощный. Но, к сожалению, у меня здесь на данном выпуске не совсем Big Bro, потому что у Big Bro основание идет полностью металлическое, из нержавеющей стали, то здесь у меня основание идет от Little Bro, но вся шахта идет, конечно же, от Big Bro. То есть большая, могучая, черная шахта. Также по этим шахтам тоже есть миллионы разных кастомных вариаций. Можешь заказать абсолютно любую, потому что у компании Geometria Hook на данный момент насчитывается просто миллион разных вариаций. Это
Mortal Kombat, это Dota, это всякие игры, это всякие машинки, Mercedes, AMG. Другими словами, если ты прям вот суетолог, хасанишь, то ты здесь можешь сделать просто AMG хасани, то есть, да, вообще, и назвать это не кальяном, то есть, не курить кальян, а раздуплять чаху, да, как меня это дико раздражает в Инстаграме в последнее время. Также по блюдцу ты тоже здесь можешь выбрать абсолютно любую гравировочку, тебе здесь все это сделают. И его очень круто курить дома, когда не нужно кальян куда-то перетаскивать, ты можешь спокойно брать геометрию Big Bro. Little Bro — это младший братишка, он дешевле, он чуть меньше, и у него также есть миллион разных вариаций. По общим очертаниям они одинаковые с Big Bro. У них также продувка идет с основания, не из-под блюдца, как это идет у мини. И здесь на Little Bro у нас самое правильное основание, то есть такое, какое оно должно быть. Это не ржа плюс полициталь, и все это очень качественно сделано, и продувается это тоже все через основание. И если ты из Казахстана и хочешь купить себе геометрию, то обращайся в магазин Mahuka Store, потому что они официалы геометрии по Казахстану. И дешевле, чем у них, ты уже нигде не найдешь. То есть и наличие всегда почти есть все. Ну а теперь давайте поговорим про всякие аксессуары и прочие моменты, которые могут украсить или сделать более эстетичный твой кальян и, конечно же, твое увлечение кальяном. Под раздачу у нас сейчас попадет вот такая вот сумочка от геометрии, геометрия Bug. Она у нас идет вот такого вот желтого цвета, очень яркая. Если тебе придет пиздец в лесу и ты заблудишься, только благодаря сумкам от геометрии тебя смогут легко найти. Она у нас удобная, компактная, в нее вмещается абсолютно все, что нужно. Угли, маленькая плиточка, кальян, колба, шахта, мундштук, шланг. То есть под геометрию заточено в сам раз. Тут также есть всякие ништячки, более удобная штучка, да, как бы для переноски. Если сравнивать эту сумочку с другими продукциями, да, кто делает всякие чемоданы, боксы, переноски для кальянов, то, по моему мнению, геометрия самая симпатичная из всех. Это не примитивный конусообразный бак, так сказать. Его можно спокойно зацепить вот так, его можно спокойно взять вот так, и там есть еще дополнительные ремешки, где ты можешь, грубо говоря, закинуть вот так, либо полностью повешать ее на плечо. Это очень здорово, и я думаю, вот сюда можно нанести и твой логотип, если написать, сказать: блядь, у меня есть бабки, я жирую, я хочу, блядь, чтобы на сумке был мой логотип, либо мое лицо. То есть спокойно, мне кажется, это могут сделать, хотя это не точно, нужно уточнить. Еще из особенностей, которые есть по аксессуарам у компании Geometria, это колбы геометрии. Они на самом деле очень здоровенские, то есть они прям очень крутые и симпатичные. Мало того, что у нее большая площадь именно соприкосновения с столом и почти весь центр тяжести смещенный вниз, то ее очень сложно перевернуть. И для самых таких эстетичных людей здесь есть вот такой вот красивый кожаный ремешок. Для чего он нужен? В принципе, не для чего. Для красоты. Ты можешь спокойно сюда набить Наруто, Шаринган, Рашинган, да, как он называется. Вот так вот одеть и бегать, собственно, по полю вместе с сумкой геометрии. То есть, вообще идеальный такой комплект для Наруто. Да, ты так вот бежишь, и вообще все будет хорошо. Сюда также ты можешь нанести свой логотип, любую надпись, хоть что. Особенно это очень интересно, когда ты даришь кальян кому-то в подарок. Здесь все продумано, есть ремешки, то есть натягивается на колбу вообще без проблем. Мы просто берем, вот так вот одеваем, вот так, вот так. И все. У нас получается вот такая вот красивая и эстетичная колба. В целом, что я хочу сказать про все эти плюшки, все эти кастомные вещи, они на самом деле очень популярны в данный момент, и я просто наблюдаю, как люди покупаются кальяны геометрия и просто, где возможно нанести какую-то надпись, и ее наносят, тем самым делая свой кальян индивидуальным. И также нельзя забывать про шахты, декоративные части, которые тоже можно тюнингануть просто по-разному вообще.
любые, какие ты хочешь, можно все это сделать. Сказать, что это дорого, не скажу. Кальян максимально доступный, его прям легко-легко вообще купить, либо очень легко на него накопить. Ну и, конечно же, скоро, скорее всего, мы будем разыгрывать какие-то модельки, а в частности, наверное, будем разыгрывать вон ту красивую Миньку. Поэтому ты можешь прямо сейчас подписаться на мой инстаграм, чтобы все это не пропустить. А я повторюсь еще раз. Если ты готов купить себе кальяны геометрии, полностью доверяешь моему мнению, живешь в Казахстане либо в Алмате, то спокойно обращайся в магазин Mahuka Store, потому что они единственные официалы на территории Республики Казахстан. Поэтому это был Дава Дым. Это такой вот информационный выпуск про кальяны геометрия. И пока-пока!